отличие от системы, представляющей плоскую дисплею, который использует красивую матрицу для формирования изображения. Электротонный дисплей формирует изображение с отраженным светом, как обычная бумага, и может показывать, что играет достаточно много. Если дисплей дисплеев основан на использовании электротонного эффекта, который заключается в том, что некоторые вещества под действием электрического поля или важных стоков изменяют свой цвет. В качестве электротонного вещества чаще всего применяют реакцию фазерана. В пленках с движением приобретает синий цвет. Это потребуется на движении в среде 0,5 и 1,5 вольта. При перемене полярности на движении пленка приобретает пустынный цвет. Эти дисплеи потребляют небольшую мощность, обладают памятью, то есть сохранение цвет изображения при нагрязении действия определенной мощности. Электрохромный дисплей дает звук оптически прозрачных электродов, на один из которых нанесен электрохромный слой, на другой слой содержащий его. Обязательным условием для таких дисплеев является наличие электролита между электродами, который может быть жидким, полимерным или твердым. При подаче напряжения на монолит появляется положительно заряженный монолит, который перемещает электрохромный слой. В результате катодной реакции электрохромный слой окрашивается, причем он принимает продолжительную окраску с наибольшим процессом и интенсивность, то есть продолжительность движения. При изменении полярности происходит обратный процесс, приводящий к обесцвечиванию электрохромного слоя. Если нет сочетания электродов, соединяющих с слой, остается вопрос на такой интенсивности, которая наблюдалась на момент принятия движения. В этом и проявляется эффект памяти. В качестве основы дисплея можно использовать практически любые материалы – бумагу, ткань, пластик, стекло и много другого. Электрохромные дисплеи отлично считаются в приятном солнечном свете. Не боятся резких перепадов температуры в балине. Это для очень мало электроэнергии.